мы говорили, что в ритмах, там, в грувах, вот, у нас есть вот такие нотки, которые подстегивают. Происходит. Переходя на тарелку, вот я оставляю пульсацию восьмыми нотами. Потому что, особенно, когда вы играете вот по райду в чашку, вот, когда идут просто ноты. Или можно восьмыми играть, как я сейчас это делаю, или на И, постоянно на И. Тогда у вас вот эта проваливающаяся частота, как правило, она проваливается всегда, вот, она будет заполнена хай-хетом, и это, ну, дает все-таки больше грува, дает больше заполнения интересного, и ваш ритм не выглядит просто скучным таким, ну, вот, играю тум-там, тум-там, и все. Ну. Still is the life of your own when you're not inside. All of your things
constant.